Как вести себя после прививки? У многих после вакцинации может подняться температура. Так вот, специалисты уверяют, это нормально. Допускается симптоматическая терапия. Можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства. Также в первые 3 дня после прививки нельзя заниматься спортом. Полноценный иммунитет будет формироваться до 40 дней. Поэтому соблюдать профилактические меры от COVID-19 нужно продолжать. Если после вакцинации или в промежутках между 2 прививками наступила беременность, переживать не стоит. Вакцинация не создает никаких дополнительных рисков, уверяют эксперты.